と3人っていうか、思いのほか手がかりは近くにあるかもしれないな。こいつ敵じゃない。クエストの人物だ。早まったわ。Приготовь 50 миллилитров хлорида железа и 100 миллилитров хлордиазепоксида. Знакомый голос. Где я слышал его раньше? Слушаюсь. Отправь все это в лабораторию. О, кукой нас столько ирюжан, куку. Заставляй меня ждать. Так точно. こいつをさ、拘束していろいろ話を聞くなんてことできんのかな。ты кто такой? Что ты здесь делаешь? С кем ты только что разговаривал? Ты Хименюк. А бары ты? Боже мой, только не убивай меня! Я задал тебе вопрос. Ты про моего босса? Я не знаю, кто он на самом деле. Тут почти никто не знает, клянусь. Не хочешь подумать еще? Я вижу, что ты напуган, и это правильно. Однако при этом ты нарочно испытываешь мое терпение. Нет, вовсе нет, умоляю! Я же не могу рассказать того, чего не знаю. Но я могу рассказать что-нибудь еще, только спроси. Только не убивай меня, я тебе пригожусь, вот увидишь. Ваня, мое терпение на исходе. Где чертовы химикаты? Я уту вас сосею. Ответь ему. Только спокойно. Расслабься. Да, да, я... Извините, я отправлю их немедленно. Прошу прощения за задержку. Хватит извиняться. Шевелись. Мне нужен хлордиазепоксид сейчас же. Вы двое продолжайте без меня. Надеюсь, вы ничего не испортите. Лучше тебе забыть, что ты меня здесь видел. Конечно, конечно, я никому не скажу. ワンチャン黒衣のストーカー、黒衣のストーカーと対峙あるな。ちょっと念のためにここの建物にいる兵士は始末しとこう。上と下か。上いた。もう一人いた。そうだ、ここ建物の端っこの下らへんにも兵士がこの前いたけど無視したんだ。あ、いるね。確かに全員を相手にすんのはマジでめんどいかも。まあ、バレないなら関係ない。こっちもやっちゃうか。あ、移動してるな。ここね、モンスターも保管してるからね。入り組んでそう。あ、こいつステルスいけるな。はい。じゃあ果たして黒衣のストーカーがいるのかいないのか、どっちなんだい。兵士をできるだけ減らしておきたい感がある。
あいつが手前にいるのか奥にいるのか。奥か。奥ならいいや。あぶね。うーやべ。はい、回収回収。奥にいる敵は無視だ。サーマルもあると索敵しやすいな。二人いるぞ人が。Только посмотри на состояние тканей. А это была печень. Как нетрудно в это поверить. Надо взять образцы. Гиперактивность мозга. Взгляни на графики. Но на стимулы не отвечает. Предыдущий объект реагировал совсем иначе. В чем причина отличия? Не пойму. Возраст, пол. Вторика, дайжбукана. Ваня! Ну, наконец-то! А ты еще кто такой? Что ты сделал с Ваней? Не шевелись, если хочешь жить. Не убивай нас. Мы ученые, мы... Доктор Менгеле тоже был ученым. Что вы тут делаете? Вивисекцию без анестезии? Прививки от тифа? Что? Я должен знать. Нет, нет, ничего подобного! Мы же не чудовища! Мы относимся к нашим пациентам настолько человечно, насколько возможно. Но пойми... Научный прогресс требует жертв. Человеческих жертв. Прозвучало чересчур зловеще. Но да, все, что мы делаем ради общего блага. И что конкретно вы делаете? Накачиваете бедняк чернобылитом? Не могу об этом рассказывать. Договор о неразглашении очень жесткий, а штрафы... Договор о неразглашении? Серьезно? Неужели корпоративные ценности важнее, чем твоя собственная шкура? Ладно, ладно, ты прав. Мы начали с инъекции, но только с первой стадии. Ее мы давно прошли. Так-так. Дело в том, что статистика смертности была... Мы не получили желаемых результатов. От введения нанорастворов мы перешли к прямому редактированию человеческого генома, чтобы усилить его чернобылитом. Мы создали свой CRISPR для чернобылита. А ваши пациенты, объекты, или как там вы их называете, особенно местные, что с ними случилось? С которыми? Пациентов было много, некоторые не пережили первую стадию, другие мы не знаем. Не дай ему уйти от ответа, пусть говорит. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Мы все объясним. Изменение генома – это только первый шаг. Затем мы стимулируем состояние суперсознания у объектов – гамма-волны. Это азы нейробиологии. Симпатическая нервная система начинает выбрасывать невероятное количество энергии прямо в мозг через таламический путь и мозговой ствол. Когда таламический путь открыт, энергия течет в шишковидную железу и, словом, не люблю этот термин, но открывается третий глаз. Третий глаз, ну конечно. А потом что? Усиленная чернобылитом шишковидная железа способна на потрясающие вещи. Генерировать разные волны и даже влиять на физические объекты. Что-то вроде телекинеза. Вы мучаете людей, чтобы они гнули для вас ложки с силой мысли? Что за шарлатанство? Мы придерживаемся научного метода, поверь мне. Это контролируемые воспроизводимые эксперименты. Когда объект становится готовым к финальной стадии, мы помещаем его в искусственную кому. Знаю, как это звучит, но это для его же блага. Объясни мне, и быстро, что такое финальная стадия? Наш босс называет ее воссоединением. Это значит, что гамма-волны пациента взаимодействуют с мозговыми волнами чернобылита. В смысле, откровенно говоря, мы толком не знаем, что они собой представляют. Чернобылит чем-то напоминает вирусы. Его нельзя называть неорганической материей, но это и не живой организм. Нечто среднее. И он производит что-то вроде мозговых волн, хотя в нем точно нет структурированных органических тканей. А, ханаши га музкаши. Соште, ма, до кангайтемо хи джиндоутикина джиккен о штеру то омун да кедо. Ма, зенбу кику ка. В чем цель этого воссоединения? О, это самое интересное. Ты ведь знаешь, что чернобылит можно использовать для создания червоточин, так? Ты и сам это делал.
Но эти червоточины особенные, не замечал? Это не исключительно физический феномен. Не понимаю тебя. А какой же еще? Мы знаем, как выглядят сингулярности и туннели. Мы знаем, что это такое в теории. Но бывал ли ты когда-нибудь до этого внутри сингулярности? Бред! Я тоже изучал чернобылит. Его экзотическая энергия обладает достаточной мощью, чтобы создавать псевдочерные дыры и проходы между ними. Мы тоже так считали. Поначалу. Но представь, а что если существует организм или вирус, достаточно мощный, чтобы создавать собственные сингулярности? Ни одно органическое существо не способно инкапсулировать такую энергию и выжить. Живой организм разорвало бы на части. Но чернобылит не обычный живой организм, так ведь? Мы не знаем, что он такое. Просто представь на минуту, что червоточины, в которые ты заходишь, не создаются с помощью чернобылита. Они и есть чернобылит! Ты идешь по тоннелям и коридорам внутри его многомерного тела. И как это связано с воссоединением? Разве не очевидно? Мы пытаемся установить контакт с чернобылитом и как-то влиять на него ментальной энергией наших объектов. Но оказаться внутри сознания этого существа, чем бы оно ни было, по-настоящему травмирующий опыт. Вы свихнулись оба. Советую держаться подальше от шкафа с морфием. Я услышал достаточно. Ха. 今までチェルノブライトを使ってワームホールを作っていたんじゃなくて、あれはチェルノブライトそのものに入っていた。うわ、もう話が難しくて、わかりません。遺体について尋ねる。 А это что за пациент? Точно не знаю, но он, то есть она, прошла тщательный отбор. Какой отбор? Она вызвалась добровольно или ее выследили в лесу и схватили? Говори. Я не знаком с протоколом. Наш босс знает наверняка, но мы слишком мало знаем о нем. И за что именно твой босс отвечает? За биотехническое подразделение, то есть за все, что связано с чернобылитом. Но в основном он занимается влиянием на физическое и психологическое состояние человека. これなんて言ってた? CRISPRっていうのか? CRISPR. CRISPR. Короткие. CRISPR. Палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Причем тут чернобылит? Это похоже на стандартное редактирование генома. Мы берем специальный протеин из особой бактерии, модифицируем его чернобылитом, а затем выбираем конкретные гены, которые хотим изменить. Погоди, я куда лучше разбираюсь в физике, чем в генетике. Но разве CRISPR не применяют обычно к эмбрионам? И нужно время, иногда годы, на то, чтобы изменения стали заметны. Босс разработал собственный метод. Применяется непосредственно к телу объекта. И скорость мутации увеличивается экспоненциально. Теперь на это уходят не годы, а недели. Иногда даже дни. Изумительно, правда? Ха. Са, мотто миноару чоуху дашите морао. Ну хватит. Пока что, на мой взгляд, вынесли какую-то околесицу. Я хочу увидеть исследование своими глазами. Где вы храните все данные? Поищи в базе на этом компьютере. Отсюда ко всему есть доступ. И мне потребуется пароль, так? Пообещай нам, что не убьешь нас, и мы скажем. Расслабься. На вас мне плевать. Пароль. 2, 3, решетка, 9, 8, S, доллар. Хай. Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование, эти данные нельзя так оставлять. Из-за них гибли мои люди. Ты должен их удалить. Маму уже не вернуть, но я не позволю извлечь выгоду из ее смерти и других смертей. Ты должен скопировать это исследование, мышонок. Мы сможем заглянуть в голову крысиного короля. Оно опасно и негуманно, но... Да, там может быть ключ к его свершению. Я. オリガにとって好意的なことはしたいと思ってたけど、破壊はしたくねえわ。 Похоже, чернобылит каким-то образом
усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Эти парни говорят правду. Они и в самом деле добились потрясающих результатов. Зачем ты это сделал? Будь ты проклят! Правильно, Игорь. Мы превратим эти данные в оружие против крысиного короля. どうしよう、これで檻が消えたら。それは困っちゃうな。あー、タラカンのステータスはいい。だが、あー、スキルが3ポイント。うん、檻が喜ばない。あー、待てよ。檻が、ああ、まあじゃあ、オリガさん、せめてね、私のことを、私にいくら不満を示していただいても構わないけど、せめてスキルを最後に置いてって、から、基地を出て、どこへでも行ってくださいな。あ、やべ、普通に兵士いるし。んじゃあ、ちょっと、特に用はないけど、ボロージャに会っていくか？ここに黒衣のストーカーがいるわけではなかったか。Здравствуй, благородный. Что ты вообще? Все, что могу, все. Ты мог бы выражать. Когда ты потратил и знать головну и жабу при правде. Ксюри, мы 別に必要ないし。はい。じゃあさいなら。オリガに怒られるな、おそらく。いや、元はといえば、オリガーの好感度を良くするために、この任務をやったつもりだったけど、削除しろというとは。Мне жаль, Ольга. Никто не заслуживает такой ужасной смерти. Я надеялась на хорошие новости. Наверное, это наивно. Моя мама... Эти люди их просто использовали, переработали. Кто вообще на такое способен? Ну ладно. Удалось найти что-нибудь ценное? Пока не ясно. В основном странные теории о Чернобылите. Не знаю, нужны ли тебе подробности. Выкладывай. Может, я и не книжный червь, но мозги у меня есть. В общем, ученые из НАР считают, что Чернобылит — это что-то вроде гигантской черепахи, которая несет нашу вселенную на своей спине. Они выяснили, что ее можно приручить и кататься на ней куда угодно, как на лошади. Черепахи? Это просто метафора, но научная теория за ней еще безумнее. Ясно. Спасибо, что попытался объяснить. なんかそんなに関係が悪くなったようにも見えないんだけど。Привет, Игорь. はいはい。データの収穫があっただけでもいいと思うんだけど、タラカンが失敗して帰ってきてる。あなた 80% 以上成功確率あったはずなんだけど。なんで？負傷した。じゃあ薬くれてやるか。あ、待ってよ。国威のストーカーに関する情報が手に入ったから、ワンチャンシミュレーションができるかもしれん。タラカン、あれおかしいな。タラカン怪我してたはずなんだけど、別に薬は要求されなかった。医療用ベッドを置いてるせいかな、わからんけど。じゃあ、そうだな。ちょっと、オリガーにこれ以上ストレスを与えないようにしつつ、スキルをすべていただいちゃおう。Нам нужно. Давай. А, 間違った。Чем мог. Привет, Ольга. С радостью. 体力バー増加。Отлично. Только не. Сегодня я покажу тебе, как продлить себе жизнь в зоне.
Уметь использовать аптечку, лечебные мази и травы важно, никто не спорит. Но я буду говорить не об этом. А о чем тогда? О решимости, мужестве и целеустремленности. О способности поступать правильно, несмотря ни на что. Я понимаю, о чем ты. Но как это связано с навыками выживания? Ты слышал истории о людях, которые в отчаянной ситуации делают, на первый взгляд, невозможные вещи? Например, о пожилой женщине, которая сумела поднять трамвай, под которым застрял ее внук. Я уверен, что это городская легенда. Пусть так, но внутренняя дисциплина и сила убеждения способны на многое. Позволь спросить, ты готов умереть ради Татьяны? Без малейших раздумий. Хорошо. Но тебе важно понять, что она не хочет, чтобы ты умирал. Ей нужно, чтобы ты жил. Живи, Игорь. Это единственный шанс достичь своей цели. Хай. Э? この人からってだいたい説教しか受けてない気がするんだけど、あ、体力バー増えてる。規律。ちょっとアイテム整理しよう。よし。情報確認だ。よーし。シミュレーション準備完了。なんだけど、今までとりあえずシミュレーションが準備完了状態になったらシミュレーション実行してたけど、全部の事実と手がかりが集まってる状態ではないんだよね。これ不足している時のシミュレーションと完全に集まってる時のシミュレーションで違いが出るのかな？ちょっとそこはわかんないけど。はい。この黒衣のストーカーのあの、異常な強さはチェルノブライトによる実験の結果かもしれない。はい、行ってみよう。